В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель. У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет Пхе-Телеграф. Женщина тоже приехала в Великобританию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля. С точки зрения партнерши, он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях, заявил газете «Друг пары». Еще один знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям. Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: «Это мой бывший. Она действительно очень боится», сказал знакомый. Материалы по теме 00.00.14 марта. Русские сенсации. Во что российские перебежчики заставили поверить западновость, размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.